Так, всем привет. В общем, это входная дверь у нас. И у нас на видеообзоре очередная квартира, которая подлежит капитальному ремонту, да. Вот здесь у нас при входе такая у нас ванная, да, которая будет вся полностью делаться, краситься и облаживаться плиткой. В общем, ванная, потом здесь комната. Такая большая, вот все ободрано, все мы здесь сдирали, обои, плинтуса, будет сниматься старый ламинат, будет все стелиться новое. Вот такая дверь, будет все краситься. Здесь у нас кухня с залом вместе, совмещенная такая, да, ну не кухня, зал, а просто большая кухня. Здесь когда-то была стена. Ее кто-то уже снимал до нас. Вот, вот такой вот, видите, бардак, да? Вон там дальше еще комнаты. Сейчас зайдем сюда. Вот мой молоточек. Здесь у нас тоже комната. Вот такая вот, вся некрасивая. Все ободрано. Все. Ну, тут надо стеночку немножко подшпаклевывать, выравнивать. Вот. Я хожу, а ко мне прилипают старые обои, да? Так, ну что, все то же самое. Батареи будут краситься, окна мыться, потолки равняться, да? В общем, здесь еще такая комната. Здесь будет прачечная, две стиральные машинки, потом одна сушильная. В общем, будет все красиво, да? Здесь также самое у нас. Ванная комната, это все будет делаться красиво и очень приятно для глаз. Маленький коридорчик, и мы попадаем вот в такую небольшую комнату, да, ну, более-менее хорошую. Здесь также самая маленькая комнатка, примерно 9 квадратов, да, не больше. Вот такая вот, даже вот с таким рисунком. Эспонжа Боб, да? Губка Боб. Так, и вот здесь еще одна комнатка, пожалуйста. Вот такая вот обстановка в нашей квартире, которая будет в скором будущем очень красивая. Вот такие мешки, мы все собираем, все убираем, и все после этого становится аккуратно. Ну что, посмотрим на эту квартиру, когда она будет в хорошем состоянии. В новом, так сказать, и просто-напросто будем следить за тем, что мы и я здесь вытворяем, да? Посмотрим немножко в окошечко. Вон моя машина стоит, ждет меня, да, когда я поеду на обед. Вот, ну и все, в принципе. Ну все. До следующего видео, которое будет уже с этой же квартиры, но только в новом состоянии, да? Все, всем пока. С вами Сергей, Германия.